Казахстан ежегодно теряет более 6 миллионов долларов платежей в бюджет из-за незаконных грузоперевозок. Такое заявление Союза международных автоперевозчиков Казахстана озвучено на Совете по защите прав предпринимателей Нацпалаты Атамекен. Проблему эксперта видят в недостаточной передаче казахстанской стороне данных с постов внешнего транспортного контроля на рубежах таможенного союза. Напомним, в соответствии с соглашением Альянса, Казахстан поэтапно сократил свои стационарные посты с 20 до 4, сохранив лишь ряд передвижных постов. Кроме того, Союз просит правительства пересмотреть действующие штрафы за незаконные грузоперевозки, которые несоразмерно низки по сравнению со странами-соседями. Так, штрафы в Казахстане для дальнобойщиков-нарушителей ниже российских в 20 раз. По данным Комитета госдоходов, в 2016 году по территории республики выполнено порядка 32 тысяч грузовых рейсов, из которых более 5 тысяч без разрешения. Россия на сегодняшний день передает всего 20% информации о транспорте, идущем на Казахстан. Белорусы тоже не 100%, процентов 70-80 передают. Остальное все бесконтрольно. Значит, вот это приносит громадный ущерб, социально-экономический ущерб нашей стране, Казахстану. И мы тут видим прямую недоработку Комитета транспорта Министерства по развитию инвестиций.